Парни, здорово всем. Сегодня думаю сделать коротенький обзорчик вот на такой приемник. Это Альпинист 418. Ну, вот так вот он выглядит с ручечкой. Сразу я ему раскрутил крышку. Ну, по ГОСТу 76 год. Посмотрим. То есть, как видите, пломбы еще даже нет. Самое. То есть, еле выкрутил. Отсек для батареек. К сожалению, батареек у меня нету. Кстати, надо прикупить, проверить его. Сейчас я его ломать не буду. Но плату полностью скручивать не буду. Как видите, динамик. Сама ферритовая антенна. Это, наверное, переключатель волн. Транзисторы. 815, 16 им подобные. Также трубчатые конденсаторы. 315. Тут флажочки есть. Да, флажочки. Ну, в принципе, все однообразно. Под контурами, я думаю, вряд ли что-то будет. Там, скорее всего, только медь на катушках. Вот такой подстроечник, я не знаю, как его назвать. Ловить волну СП-шечка. Скорее всего, третья стоит, потому что ну, в такой класс приборов не ставили ничего. Ну и подстроечные конденсаторы. Все в принципе. Такого ценного ничего нет. Немножко латуньки, немножко меди. Вот, ребят, думаю, на этом закончим. Такой короткий обзор. В принципе, немножко золотишко, серебришко тут есть. Но пока крочить я его не буду. То есть, хочу его проверить. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока. До новых разборов. Удачи!